Мне вот это, наверное, даже не моя мулька, а мамина. То есть как быстро варить и хорошо рис? Нужно вскипятить воду, засыпать рис, закрыть на 7 минут на медленный огонь, потом выключить, не открывая крышку, и еще 7 минут подержать. И будет рис прекрасный, вкусный, распаренный, так как надо. Это одна фишка. А есть еще одна фишка, как быстро почистить чеснок. Берете головку чеснока, кладете ее в баночку стеклянную, закручиваете баночку и активненько трясете. Через некоторое время вся головка чеснока абсолютно чистая.